я думаю, что на сегодняшний момент Милене де Лузян одна из главных фаворитов этой весовой категории. Ну и как пройдет ее встреча с китаянкой, с Шимковой и с Джанг Шаолинг, вот самый большой вопрос. По традиции уже этого чемпионата мы начинаем свой рассказ с показом лучших из тех, кто выступал в группе «Б». Помните курьезный случай второго дня чемпионата, когда спортсмен, выступающий в группе «Б», попал в медали на группе сильнейших, ну и вот так вот решили местные телевизионные работники, дабы обязательно показать тех, кто в группе «Б» себя хорошо зарекомендовал. А на самом деле, с точки зрения российского интереса, группа «Б» была любопытна выступлением Ольги Зубовой, победительницы сингапурских юношеских олимпийских игр образца полтора года тому назад. Она приехала на чемпионат мира, ее привезли, чтобы она попробовала. Понятно, что это ближайшее будущее российской тяжелой атлетики. Идеальная техника. На самом деле об Ольге Зубовой поговаривали давно, но впервые на таком подобном мировом взрослом форуме Ольгу Зубову можно было увидеть лишь вот первый раз сейчас. Ольга Зубова, которой всего лишь 17 лет, и здесь, на этом чемпионате мира, 19...